Всем привет! Меня зовут Анна Котова, и это мой обзор к сериалу «Морал». 5 из 10. Пятерка за страсть и эмоции Ароса, исполняющего роль шоколадника Сарпа. И что всего 17 серий. Больше отметить ничего не могу. Даже трека красивого для сопровождения нету. Также в сериале мы наблюдаем девушку из реальной жизни Ароса. Это Биге Онал. Да, и такие фамилии бывают. В этом сериале она играет топ-модель и соперницу для нашей героини Хазал. Называю актеров настоящими именами. Вторую Золушку Турции Хазал хорошо вытягивал темпераментный Арос. Я бы сказала, играл за двоих. Да простит меня актриса Хазал Кая, но такой типаж я называю «Снежная королева». Красивая, очень, но холодная. Минимум сексуальности, хотя для восточной женщины так и должно быть. Но тогда, наверное, и профессия не актриса. Как показывает практика, что несовпадение темперамента для любовной парочки дает свой отрицательный результат. И это правда. Ах да, о сериале. Хотите посмотреть на молоденького и начинающего свою актерскую карьеру Ароса, вам сюда. Поцелую со страстью вам тоже сюда. Сюжет неплохой. Атмосфера фильма приятная и легкая. Если бы еще и волнующих саундтреков от Тайгар Ишиклы, именно он композитор для сериалов Кара Севда «Внутри Чукур», добавить здорового юмора, то было бы интереснее. Я бы не сказала, что сериал о любви. Скорее акцент поставлен на интриги и обиды. Может, поэтому сериал не получил продолжения. Нам этого и в жизни хватает. А хочется-то для души. А это любовь. Именно за это турецкие сериалы держат стабильное первое место. Шаг в сторону – промах. Поэтому, плиз, нам бы про любовь, да еще и с музыкой. Весь сериал вытянул Арос и кошачьи глаза Хазал Кая. И это правда.